Здорово, народ! Вы на канале «Тест камуфляжа». Небольшое предисловие перед тестом. Хочу прояснить некоторые моменты, так как у вас могут возникнуть вопросы во время просмотра. Модель камеры – Levenhuk Atom Digital DNB300. Это довольно простой гражданский ночник, поэтому крутой детализированной картинки здесь ждать не стоит. У камеры три режима съемки. Первая – это стандартная дневная камера. Вторая – это так называемая съемка в сумерках, где во время сумерек картинка получается более четкой. И третья – это съемка с ЭК-подсветкой. Так вот, как по мне, режим съемки в сумерках достаточно бесполезен, так как в сумерках ты и сам более-менее нормально все видишь. А когда на улице практически полностью темнеет, этот режим вообще перестает работать. Камере банально не хватает источников света. Поэтому всю съемку мы ввели в режиме ЭК-подсветки непосредственно ночью в полной темноте. А еще угол поля зрения камеры всего 7,4 градуса. И она так технически устроена, что работает сразу с кратным увеличением. Поэтому нормальные кадры можно делать только с расстояния не менее 25-30 метров. И это реально неудобная хрень. В принципе, это все, что я хотел вам сказать. Смотрите тест.